Периодически. Давайте, раунд номер 114. Let's go. Соя. Come on. Серьезно, кстати, соя хорошая с виду. Очень большой тирейт. Очень большой тирейт. Дэмэдж, в принципе, не на самом дне, но около дна. Типа дно это на 0.5, а там 0.85, да? Типа. Как бы дно не пробили, но мы где-то около него. Ну ладно. Соя нынче, в принципе, не такая плохая. Ее неплохо можно раскачивать, но на началах соя все еще говнище невыносимое. Поэтому придется немного, наверное, пострадать сначала. У меня уже была, по-моему, соя. Или в этом, или в прошлом таки была соя. Вроде нормально было. А, нет, там было это. Там было луда в первом этом руме. Я там соя, считай, не играл. Я взял луда, и типа там с луда было все охуенно. Луда, соя, короче, найс тема. Как мы выяснили. И пикак желтый, не, и пикак я брать не буду точно. Я ж не ёбнутый. Слушай. А знаешь что? А у сои, по-моему, сделали отдачу меньше. Не надо, ну ебучий ты... Тролль-бомба. Охуеть, блять, эта хуета заспаунилась. Просто пизда. Куда я там нахуй должен был уйти так быстро, тем более? Моя забочка. Охуеть, вы троллите. Ну ладно, еще одна. Давайте все тролль-бомбы мира. О, охуенная рума. Я в такой руме умирал. В каком-то стрике, по-моему, сейчас вот умру. Видимо, да. Охуеть, блять. Просто охуеть. Ну какая нахуй тролль-бомба еще, блять, огромная такая. Блять, спасите меня. Спасите меня кто-нибудь. Что это за пиздец? Нужен магаз срочно. Это не магаз. Микрочелики. Микрочелики меня не спасут. Это бомба просто все обосрала. Просто все обосрала. Это ебаная бомба. Вообще там быть не должно было. Лучше на них просто бегать, да? Наверное, это безопаснее будет. Лучше их не трогать. Ну, тут нужно синее хп. Да, возможно, мы еще поживем пару рум. Тут нет синего хп. Тогда, возможно, ГГ. Игра меня спасать не хочет. Я же был, нет, в клетке первой. Я вторую, по-моему, не видел. Вторую не видел. Потому что первая, по-моему, была над магазом, да? Мне же там бомба ебала взорвала, и секретку тоже взорвала. Вот она. Почекаем, что есть мини-босс, естественно, мини-босс. Аккуратнее. Нет, DPS-то, в принципе-то, неплохой. Но соя с ее отдачей, это, конечно, боль. Тут проверим снизу, наверное. Найс.
Это может спасти. Тут обычно либо бонхарты, либо черный хп. Ебать, страшно спаун плов. Одну бомбу оставлю. Фу! Ну-ка. Можно... Я бы тут сейчас умер, наверное, скорее всего, в этой руме. Ладно, может быть, не умерла. Ну, в этой руме сейчас было бы очень... Не очень на пол хп заходить. В эту руму. Черепа, у меня бомб. А, не, у меня бомба есть, ладно. Я хотел бомбы типа поставить на босса. Теперь можно себе это позволить. Нихера нет, окей. Тринкет поможет, тоже неплохо, кстати. О, найс этаж. Найс, блять, румы. Таблетка будет паралич. Дюк. Я сдохну от нее. Как тебе такое, например? Пусти рейд. Типа я с собой, конечно, могу ее забрать, но смысла в ней очень мало. Это очень сомнительный плей. Эти таблетки юзать на пол хп. В активной руме особенно. Фух, ну и денёк сегодня. Опять горный бейсмент. Окей. Горящий подвал. Потому что был не у Симера горящий подвал. Остальное-то мы переживем. Ну, тирейд хорошо. Тирейд все еще дает тирейд сверху на сою. Потом еще докапа довольно далеко. Там можно почекать. Оно паролит айтем? Я не уверен, что оно паролит айтем. Наверное, оно не паролит айтем. Ладно, возьмем на... Планетарий шанс. Таблетку пока тут можно сбросить. Я и говорю, да, типа это же айтем, но айтем не ролит. Найс румы. Найс румы. Найс, блять, румы. Охуеть. За что, блять? За что такие комнаты? Ну, попахивает сильно ангелами. Попахивает свечкой. Свечкой попахивает. Все, надо брать хп. Мне пиздец мало хп. Все-таки. Все-таки приоритеты. Нет, книга точно не лучше, чем свечка, но... ХП надо брать сначала. Потом свечку. Блять, вы нахуй троллите, сука. Пиздец, нахуй, два раза по две копейки ебануться. Чё, блять, за троллинг-то такой? Так все плохо, еще троллят. Синергия гана на блюбэбе? Нет. Честно, я сильно и не вникал. Как его закрыл, так больше я ничего не смотрел про них. Лишь не играю на альтах все равно. Окей, окей. Спасибо, игра, спасибо. Становится лучше. Постепенно становится лучше. Игра выравнивается.
Так, пошли в этом руму. Наверное, после босса паролим, все, может там какие-то дропы будут. Это можно забрать. Нет, в целом реально соя стала более играбельна, но соя все еще соя. Это все еще очень неудобно этому на старте. Ну вроде реально, что-то они походу уменьшили отдачу, по-моему, с нее. По-моему, нагбэк стал поменьше. Раньше он был гораздо жестче. Ну и блюстеры стал намного больше. Так что да. Соя теперь, в принципе, не безнадежна этим. Я не пойду над дьяволом. Все равно. Tiny. Weather is fine. A little bit cold, but it's okay. I'm doing good. How are you doing, Tiny? How was your weather? Hope you're doing well. Идеальный билд сои. Нужны какие-то эти модификаторы нужны на сою. Тогда уже будет не так плохо. Ледер какой-нибудь, да, там, Холи Лайт. Чё-нибудь в таком плане. It's cold, I feel sick, but I got my Rona Juice appointments finally. Okay. Well, hope you will feel better soon then. Был ключ, ключ он в магазе взял. Ключ в магазе. Ну-ка. Нормально. Magician, Фортуну, наверное, с собой заберу. Перчик, да, перчик прогает тоже неплохо. Только там, наверное, с дэмэджем скелится в урон. Наверное. Наверное, скелится. Поэтому там, наверное, чуть похуже будет дэмэдж. Но зато и прогов будет больше, да, даже без удачи. Полагаю, если тебе будет удача там 11, наверное, будет нормально. Стрелка не закрылась. Меня байтят, ну нет, на сою идти на дьявола, ну уже вообще же нет, по-моему, никакого смысла. Там же вообще ничего нет, там буквально типа два пирсинга и все. Что там делать? Брим искать? Тут мемный брим первый раз увижу в жизни, вживую. Мем брим. I guess you could say that the weather is perfect for леший бизнес. Yeah, I guess it's pretty perfect, but I am no leisure, so... How can I know? I have zero knowledge about that. Хули не закрылось, так это ж там... Ничего не особо не показывает, по-моему. Господи, все на эти шансы смотрите. Локикин. We almost missed the rip. It almost happened. It's fucking game trolling. All day today. All fucking day. All runs are fucking shit today. Well, this looks better now. Оно ломает вообще? О, ломает. Очень-очень плохо ломает. Уж очень мало дэмэджа. Кстати, Тера, по-моему, я нашел ее первый раз на стрике. Кстати, по-моему, еще ни разу не было Тера на стрике. Реально первый раз. Да, походу, Тринкет прокнул. Кстати. Ой, Тринкет, господи. Айтем. Magic 8 Ball прокнул, короче. Давайте тут... Таблеток. Что с ними делать? Есть что ли? Я их не буду есть. Опа.
Ешня. А-а. Не буду я это есть. О. Сердце, Саша, P3 все еще плохо. У меня все еще ран не сильно хороший, по-моему. Слушай, ластик не для пинов, ластик для... для лампочки. Wait. Вот я и смотрю. Это же мем, да? Я, правда, не уверен, что это прям лучше. И, типа, ластик я, по сути, не буду нормально использовать, потому что я буду просто его тут же использовать сразу, чтобы заряд получить. Но... ну это мемно. Это реально лучший типа айтем на это. На этот тринкет. Серьезно, у меня нет ключа, да? Нету ключа. Прискорбно. А, я деньги не собрал. Лол. Подожди. Все собрал все. Здрасте. The world. Так. Так. Становится интереснее. Это здесь? Это здесь? Да, оно? Или нет? Или я не о том думаю? Или где-то в другом месте? А, бомба стера, да? Похуй. Еще насрать. А, и дай мне ключ нужен. Хуёво. Хотя подожди, это ж ломает, нет? Локеры. Или оно локеры не ломает тера. Это за хз. Уф. Да, вот я говорю, что если это ломает, а это ломает или нет. Хер его знает. Это так, конечно, вряд ли ломает. И так понятно. Сейчас еще будем Crawl Space искать, потому что ключей нет. Ломает локер, да? А вот не оно ли это, смотри? Тут типа две Red Room'ы, и вот там будет секретка, нет? А, нет. Обидно. А хотя подожди. Ну-ка, а тут? Нет, фак. Обидно. Эх. Не пошло. Ладно, таблетки будем есть, потому что мне насрать. Кстати, энергия не заряжает ластик. Теперь я это знаю точно. Там сундук, а я могу его взять? А я могу взять патроны. Ваша правда. Ваша правда. Но ключей нет, слушай, серьезно. Ну я типа теру нашел, правда, вместо тайтем румы. Как бы тоже, наверное, неплохо. Не то, что я прям могу жаловаться. Жаловаться вроде я не имею права. Ладно. Плохо уже плюс. Вот чест. You've been chest in that red room. Вот чест. Да, тера дамаги, тера это фарм. Самое главное. Самое главное, тера это фарм. Это самое важное.
Еще тирейд. Плюс 3.30, what the fuck. 3.30, нихуя себе, что так много? Ладно, хорошо. Татаран, конечно, очень сильно преобразился. Найс. Легко. А, дверь открыть. Да, там ничего не было, камон. Там ничего не было. О, ключи. Блять, не пушь меня сердце, опять меня сердце троллит, сука. Ну, у меня стык уже поломало одно. Ебучее красное сердце. Ненавижу. Че на меня кайф ломает? Я Соймберг из Way Better Now. I don't know, I think Soymilk like is almost okay item now. It's kinda annoying like in the beginning because of knockback and stuff, but so much better compared to Afterburst Plus. Все-таки помикс, как оно чуть-чуть не сдохли только что. Найс тринкеты. Пошли букорм сделаем. О. Огонь. Так, опять страты. Ангельская. Дьявольские раны. Найс. Не, тера это, конечно, потрясающий айтем. Три дэмэдж, 13 тирейд. Что-то сложно. Не, стоп. У меня будет тирейд больше. У меня будет где-то 16-17, да, по-моему, тирейд. 17. А, ну тогда вообще о чем разговор. Это тупо дэмэдж ап, да, считаю, по сути. Да-да-да, я забыл, что туши, они же тоже бафнули. Туши теперь тоже ебанутая. Огонь. Алло? Не здесь, серьезно? А, ну-ка. Ага. Tears down. Whatever. Whatever. Да, пошли. Клей. Гребаный клей в каждом ране. Не-не-не. Давайте сегодня без клея пока что. Так раны по полдня отнимают. Мем. Блять, это на самом деле на клей тема, да? По сути. Так, давайте думать. Давайте думать. Я, конечно, думать не люблю, но давайте думать. Чё дает двух за раз фамильяров? Вот я и думаю, наверное, могут быть. Не, почему? Если Halo of Lies прокрит, то, наверное, может быть. Надо Halo of Lies или что-то подобное. Причем надо, подожди, руму выбрать получше. Подожди, а Twisted Twins это два фамильяра, по мнению игры? Мему. Ну их не выбить, да. Это же дьявольский айтем. Ну да. Я их не выбью. По-моему, только Halo of Lies.
Один челик. Надо подумать, что еще может быть два? Она больше ничего, да? Лол. Ай! Крэш! Ну, крэш. На этаже, по-моему, ничего не было на этаже. Не. По-моему, там ничего не было. Пёс, я хп не знаю, сколько у меня осталось. Ребро, не ребро, по-моему, не алтарец. Я был босс of steel, по-моему, да? Или не было? Может, не было. Где yeah, you can link. It's something not terrible. А, стил скушал, ока. Я секретку первую, да, по-моему, не видел. Вот разве что есть чем заняться. О! Hello flies! Wait! Wait! Here we go. Okay. Прокнуло. Пока пошел искать, уже прокнуло. Окей. С айтемы такие себе. Ну ладно. С айтемы, конечно, крайне такие себе. Столько хп, такую хуйню получить. Так, пошли обратно заберем. Лампу. Ладно, я думаю, тут фармы закончили. У меня хп штук, наверное, 7-8, наверное, есть правильно. Хотя бы. 9 даже, опять Excel Depths. Пока. Насрать. Мне насрать. Мне нужно быстрее пропать лампу. Спинов стрелять? Бля, я мог спинов пристрелить. Твою мать. Они были так близки. Они были так близко. Эх. Эх. Это можно было сделать. Ну, ладно. Другой раз, другой раз. Ау. Да, хусты тоже мерзкие. Это тоже правда. Найс фарм. Фарм на грани смерти. Сломай камень не хочу. Так интереснее, понимаешь? Так намного интереснее фармить. Так интрига появляется. Вдруг стример обосрется. Так неинтересно. Честь, честь мамы. Классный спиддаун, спасибо. Это не босс of steel, дело голубая. Оно. Найс. Приятно. Это тоже мемная рума. Ну и типа у меня теперь по сути 3 дэмэдж и в 3 раза больше тирскап. С 3 дэмэджем. Считай. Так что это неплохой билд. Не, соя, я говорю, соя нынче стала получше. Там, конечно, я не уверен, что она типа всегда норм, но... Ее стало очень сильно проще раскачивать до нормального состояния, чем это было в Автоберс Плюс. That's a nice description of the song kicking. Very colorful.
I mean, it is MSI. At some level. It's a solo project of the frontman of MSI. Hello. Скелетка. Бустрашить не успеваем явно. Какие-то телепорты, по-моему, да? С пикапа денег. Да, звуки прикольные у тебя, да? Причем они, по-моему, более сильные, если это... Если демеджа больше, да, по-моему? Что-то такое. Если машинку немного починим, то она немного опять пострадала. Мне очень нравится. Я удалил хостов теперь. Чьих нету в этих. В черепах нету, они сразу испаряются. Это удобно. Ну-ка. А, или нету. Еще найдем. Там будет красивая анимация, что они типа исчезают. Роки. Это. Что я взял? Ладно, что-то наверное. Полезно. Уже вроде не должно быть. Да, я уже понял. Слезы из врагов. Уже увидел. А, я не был в первой турне. Или во второй. Короче, не был в одну из этом рум, оказывается. Там сверху нет рума, это просто значок этом румы, типа похоже сверху. Блин, их нету нигде. Но получается прикол показать. Там вот эта розовая анимация. Их нету нигде. Они все, видимо, испугались и ушли. Да, вот свет, конечно. Ну, типа, можно включить этот сраный Bullet Vision, но это такой кринж. Хочу врубать эту хуйню. Некрасиво смотрится. А не помогает, серьезно? Даже это не помогает. Забавно. Пам-пам-пам-пам. Первая там рума, да? А это рума первая секретка. Тут я и не видел. А вот она. Этого я уже взрывал, наверное, челика. Да, уже походу взрывал. ХП довольно много, наверное, могу себе это позволить. Сюда зайти по-быстрому. А я взорвал, но я не видел. Скайфокс хватит меня булить. Мне минус 100 диоптер, я ничего не вижу. Я играю на ощупь. Что мне, по-моему, вентилятор в глаз хуярит. Возможно, из этого нихуя не вижу. Возможно, нужно его немного развернуть. Минус 200, но сегодня уже стало получше. Восстановил маленькое зрение за один день. Чуть-чуть. Ну, DPS достойный. Вполне. Причем даже особо без модификаторов. Типа Тера это ж наш нихера, по идее же, не дает, да, ведь сама по себе Тера. Она ж ничего не меняет, по-моему. На полет.
Не хочу терять это. Не хочу терять лампочку. Лампу с этим. Шадуль меняет дамаг на слезах. Так я ж не шедоу. А Тера меняет дамаг на слезах. Но я говорю, она дает дэмэдж, правильно? И все. Пины? Где пины? Давай 100 пинов, я их удалю. Я готов маленько подождать. Чуть-чуть, еще пару рум. Чтоб... О! Посты удалили слово. Кайфово. Тоже кайф. Это не пины. Да ёптвою мать. Вот только потеряю впустую. А вообще знаете что? Нормально. Эти тоже твари мерзкие, они, по-моему, бывают в кафедрале, да, ведь? Формула? Не, формула надо только по выходным. Я на волк. И даже не каждые выходные. Сегодня я уйду просто от вас через пару часов, наверное. Чуть позже. Сегодня просто более ранний поток. Типа идея в том, чтобы удалять тех, кого ты можешь увидеть потом. Врагов, вот, блядь, пины, конечно. Потому что нет смысла удалять врагов, которых ты типа увидишь еще полтора этажа. Дай бог. Какой противник в утробе самый ненавистный? В утробе. Пины. Пины это самый мой враг, по-моему. Нет, ненавистные везде. Вот эти твари тоже мерзкие, вот эти твари мерзкие. Из-за сплитшота этого ебучего. Часто. Их я тоже не особо люблю. Так, типа хаза. Особо не задумывался. Глаза, наверное, да. Глаза, возможно, самые мерзкие. Особенно глаз, у которого брим этот большой, ну... Типа, у которого брим, а не технология, вот тот вообще ужасный. Вот того я реально, наверное, не люблю. О, Тирейд, найс. Блецкие пины. Ладно, возможно, я их уберу на бомбе 2, постараюсь. Вдруг получится, они вроде довольно часто пробуют. Правда, пинов, наверное, в кафедрале особо нет, хотя они, по-моему, в кафедрале есть. Странные пины. О, опять ангел, найс. Огонь. Огонь. Неплохо. О, господи, какой залп из слез. Тоже соя, что ли? 6 дэмэдж, ну... Да. Дэм уже не очень много, потому что... Потому что у меня соя. Поэтому дэм уже немного. Но, все же дэмэдж неплохой. С таким тирейтом это неплохой дэмэдж. Жить можно. Ебать. Господи, соя, их очень сложно контрить. Слишком много слез хуярит. Типины, алло. Иди сюда. Я промазал. Эта ебучая башка затроллила. Бля. Сраный магнит. Я на него даже никак не отреагировал, что он ёбаный магнит. Ладно. В кафедрале, возможно, удалим. Ладно, в кафедрале мне уже будет похуй, я там ничего не буду удалять. Просто нажму и активирую этот... Лампу активирую.
Все, короче, похерачили. Блять. Тенте даже хп не дает. Траур. Почему Эден выглядит как Альтлост? А, давайте думать. Возможно, из-за Magic 8 Ball, из-за Тера. Возможно, Тера Magic 8 Ball. Или скорее псов Тера. А, или голубь, возможно, да. Да, голубь. Типа Dead Dove еще что-то делает ему серую морду. Серая морда, возможно, от Теры. Возможно, короче, Dead Dove Тер Тера. Такой спрайт делает, похоже, на Альтлоста. Потому что я троллю, не знаю. Потому что я больше не спидранер, наверное. Нам румы скипать не положено. Мы чистим все. Опять лост, твою мать. Я вообще, конечно, могу это задоджить, но, наверное, мне это не очень нужно. Кстати, я удалил врага очень точно, да, по-моему? Очень нужного врага удалил. Точно. А! Одного удалили, лол. Один удалился, второй остался. Окей. Рейндж ап, локдаун, ну-ка. О! А кого удалил? А, удалил этих. Ангелят. Удалили, да? Тут у них. Не, а там было к смерти близко. Там как бы ставка была очень оправданная. Там очень можно было умереть. Уже маловато, конечно, на судьбу, ну ладно. Все, польза. Бля. Пес. Ха! А у него нет ангелят. Потому что я их удалил. А я их удалил. Сет бомбы там. Я вообще есть слезы, я даже не вижу их. Она есть. Всех очень плохо, по-моему, видно. А микрочелик тоже, смотри, у него тоже крылья. Я даже не видел, смотрите, у него крылья. Как это мило. Как это мило. Я даже не вижу, у него тоже крылья есть. Нет, даже у меня там нет крыльев. У него крылья есть, у меня нет крыльев. Я просто летаю. Забавно. Крылья? Кайф. Даркнесс. Нахуй ваш Даркнесс. О, муха топовая. Так, верни хрень. Что-нибудь удалить. Во. Удалил. Нормально. Это шприц на первый. Может быть мега-бомбы? Не будет мега-бомб. Печально. Боже мой. А what the fuck? Это были не мои слезы, сука. Даже не понял, что это не мои слезы. Ладно. Псины айтем. Ей-богу, псины айтем. Эти клок-тенемис. Такая параша.
нихуя не видно. Грифани — это просто русский перевод такой. Вроде по Библии даже. Типа правильный. Я Библии не эксперт, поэтому я не в курсе, насколько это правда. Ну типа это реально Вифания или Вифания. Скрытый дискорд канал. Скрытая инфа. Только для элиты. Лол. О. Я мать. Я мать. Интересно. Как так вышло. Фух, окей. Это было близко. Это было очень близко. Но мы справились.